Сразу две команды спортсменов по мини-футболу КСК «Алроса» вернулись в алмазную столицу с победой. Юноши 2002 и 2004 года рождения привезли домой долгожданную награду – Кубок первенства Якутии. Игры прошли среди 28 команд. В финале старшую группу КСК «Алроса» ждала непростая борьба с принципиальным соперником. Сборная Якутска при поддержке болельщиков все же не смогла одолеть миринских спортсменов. Исход игры решила серия пенальти. Одновременно с этим юные спортсмены вышли в финал регионального первенства России. В ближайшее время он пройдет в Нижнем Новгороде.